Координационное совещание по вопросам развития пинских региональных отделений Белорусской партии «Белая Русь» провел глава Пинской районной власти по совместительству председатель Брестского областного отделения партии Игорь Брилевич. Именной членский билет он получил неделю назад из рук председателя партии Олега Романова во время учредительного собрания, которое прошло на базе Брестского технического университета. С учетом того, что Пинская городская и районная структура является одними из наиболее многочисленных в области, те вопросы, которые будут требовать апробации, они будут проходить именно здесь, на базе Пинска, и в случае успешной реализации будут также тиражироваться и на все остальные структуры Брестской области. Всего в области создано 20 отделений партии «Белая Русь». Одним из главных вопросов у пинчан стало обсуждение дорожной карты деятельности и развития региональных структур Пинщины. Участники делились мнениями, искали формы и методы работы на местах. Работа, по словам Игоря Брилевича, предстоит кропотливая. Орг-вопросы решены, структура создана. Впереди серьезный труд по консолидации общества и деятельности на созидание страны.